сегодня около 14 часов 30 минут на прием в прокуратуру пришел мужчина. Он не представился, сказал, что он на личный прием. Помощник прокурора города Первоуральска провела его в кабинет, после чего она вышла за документами, за журналом учета приема посетителей. Когда она пришла, она увидела, что данный мужчина разливает бензин, предположительно бензин из канистры. При этом он никаких претензий к работе органов прокуратуры не высказывал, просто говорил, что он подождет. При этом он не уточнял, кого, себя или здание прокуратуры. После чего он поджег. И сейчас выясняются обстоятельства. Возможно, он от паров сам воспламенился, либо он совершил все-таки самосожжение. Есть предположение, кто это мог быть. Если подтвердится данная информация, то мужчина ранее стоял на учете, имеет определенное заболевание, которое могло как раз-таки привести к данному инциденту. Он ничего не сказал, поэтому мы рассматриваем данную ситуацию как нападение.